какой классик. Всем привет! Нахожусь на небольшой речушке. Сегодня хочу половить карася на поплавок. На этом месте я недавно рыбачил, разлавливал поплавок самодельный. Тест поплавка был 5 грамм. Прикармливать место, как всегда, я буду на самодельную кашку. Вареная перловка, горох, макуха и 3 зубчика чеснока. Рыбачить я буду на маховое удилище, 5-метровочку. Покупал ее в Алиэкспрессе. Пишет, что сделано в Японии. Ну, удочка мне нравится, хорошая. В комплекте еще присылают 2 запасные вершинки. И это очень хорошо. Удочка вообще пушинка. Вот какая глубина, чуть более 30 сантиметров. Так, делаю закорм в районе поплавка. Вот такие шарики делаю и бросаю. Все, примерно 1/3 каши я выбросил, а потом буду подкармливать по чуть-чуть. Наживка будет червячок навозный. Ух, карасик. Вот тут первый карасик. Ну, еще и нормальненький такой. Ух, как для микроречки, считаю, классный карасик. Как буговой. И причем полчасика после закорма прошло. А что будет через часика два? Начало хорошее. Вот и второй карасик. Ого. Прям такие караси и сразу. Класс. Тут надо даже было подсаку взять под такие карасики. Да ты шо. Посмотрите на этих карасей. Я в шоке. Капец. Такой красавец карасик.
Опа, еще один карасик. Да, караси прям сегодня шикарные клюют. Хорошенький карасик. Забирательный. Уточку испугал. Карасик клюнул. Перловка тоже понравилась утке. Немного испугалась. Повело. Ух. Класс. Вот такой карасик классный. Это уже с десяток карасей есть за полчаса. Я такое что-то клево даже не припоминаю, честно. А жара прям дикая сегодня стоит, не знаю, в тени дышать прям невозможно. Ох, какой карасик. И опять я уточку испугал. Явно ей поплавок понравился. Просто шикарная рыбалка. Тихо, ветра нет. Удивительные комарины кусают. Мошки нет.
хорошенький карасик. Самый вкусный. Ух, заглотил червячка. Красиво поначалу выложил поплавок. На этом водоеме что-то карасик предпочитает тянуть в сторону, а не выкладывать поплавок. Это заметил. Кстати, на донке была поклевка. Все-таки тут карп есть. Сошел. Ого! Буйный карасик попался. Хорошенький, но не крупняк. Крупняк сегодня пока где-то гуляет. Так, ты уже второй раз попадаешься. Амурчик уже второй раз попадается. Амурчик пришел с этого арендованного ставка. Ставочка. Тут такая небольшая плотина. Иногда бывает вода выше, то рыба сюда идет. Тут он карпы резвятся. Видели? Там я сижу, а тут вот рядышком тоже есть места. Можно на донку посидеть. Вот какой длинный карасик клюнул. Самец. Поклевочка сразу же. Опа!
Так, девочка, сразу же. Опа. Ух. Удочка как сунулась. В траву карасик завел. Потихоньку тянем. Так, ты там есть? Есть. Еще червячок будет. О, хороший карасик. Я тебя дождался. 8 часов без 10. Ну, конечно, не полкилограммовый, но все же. Таких карасей я сегодня и хотел половить. Во, какой красавец. Ой, все, капец. Не, не капец. Ну что ж, на этом финальном боссе карасики будем завершать сегодняшнюю рыбалку. Посмотрим на улов. Хорошо карасика сегодня наловил. Взвешу самого крупного карасика. 475 грамм. Да, полкилограммовый карасик. Просто класс. Надеюсь, рыбалка понравилась. Спасибо за просмотр. Всем пока.